Привет, друзья. Слушайте, что такое интерфейс? Ну, я задал Ладу вопрос нашему. Он говорит, ну как это, что все компьютерщики знают, и вообще все пользователи компьютеров знают, что это устройство сопряжения разнородных систем. Ну да, по мне так это устройство синхронизации, да, разноуровневых процессов. То есть мозг сам есть интерфейс. Вот я придумал биоинтерфейс. Это абсолютный интерфейс. Потому что по существу человек же сам, владеющий мозгом, должен усовершенствовать свой интерфейс, потому что мозг – это интерфейс. Да-да, мозг – это интерфейс. Это биологический, психофизиологический интерфейс, который предназначен человеку от природы, выработан эволюцией развития человека для того, чтобы синхронизировать, согласовывать психические и физиологические процессы. Как усовершенствовать этот абсолютный интерфейс, который в мозге? Да, когда человек попал в неожиданную ситуацию, стресс возникает, потому что неопределенность, а ему нужна определенность, и он тогда ходит, ногой качает или двигается по комнате туда-сюда, или руками стучит там, или еще что-то делает, создает определенность, то есть повторяемые движения, там каждое следующее движение повторяет предыдущее. Против неопределенности и определенность. Да, ну вот интерфейс мозга. Психо-био-интерфейс. Как его усовершенствовать, чтобы из стресса выживания, это транс, моментально он усовершенствованный, мог моментально автоматически переводить самого человека, помогать самому человеку выходить из состояния стресса выживания в состояние созидания. Да. Как усовершенствовать психо-био-интерфейс. Интерфейс. Вот о чем я говорю. А там же есть ключевой вектор внимания, когда человек делает упражнение, и ключевые условия синхронизации, о которых многие не знают, которые не знают метода ключ, это знают только участники школы «Человек будущего» Homo Futurus. Многие-многие показывают ключевые движения, там шалтай-болтай где-то кому-то показывают. Потом говорят, даже вот эти движения есть и в йоге, и в цигуне. Да нет там в йоге, и в цигуне. Там нет вектора внимания ключевого. И нет ключевых условий синхронизации. Там это просто механические движения. Да, поэтому это нужно знать. И это знают участники нашей школы. Вот чем я горжусь, нашей школы, потому что мы знаем такое, чего не знает никто. Психо-био-интерфейс мозговой, который помогает человеку согласовывать чувства, ум и тело в любом направлении. До встречи, друзья!